20 июля всем знакам зодиака будет легко добиться признания и славы в обществе. Вырастет желание продемонстрировать миру свое «я». Овны, вам звезды советуют избегать повышенной активности как умственной, так и физической. Следить за своим самочувствием. Вам будет сложно ясно выражать свои мысли и участвовать в дискуссиях. Эмоционально принятое решение может испортить важные отношения, поэтому будьте сдержаннее. Тельцы, вам новым днем могут открыться ответы на важные вопросы, которые давно волновали. Обращайте внимание на нужную информацию, разговаривайте с людьми, спрашивайте о том, что вас интересует. Предложение, сделанное вами, будет выгодным в финансовом плане и принесет удовлетворение. Близнецы, предоставьте решение важных вопросов своему партнеру. Это будет более продуктивным и сэкономит вам время. Коллеги предложат вам прекрасные идеи, обязательно их рассмотрите. Не стоит брать всю ответственность на себя, при напряжении отразится на вашем здоровье. Раки, вас ждет благоприятный и удачный день. Высокий уровень энергии поможет вам решать несколько вопросов одновременно и держать ситуацию под контролем. Некоторые обстоятельства могут поменяться, и нужно будет действовать быстро и интуитивно. Не делайте лишних покупок. Львы, готовьтесь к сложному, загруженному дню. Окружающие будут просить вашего совета, придется решать бытовые вопросы. Рабочие обязанности также не могут ждать. Общение для вас 20 июля будет напряженным и иногда слишком эмоциональным. Следите за словами, сглаживайте конфликтные ситуации. Девы, постарайтесь работать в привычном ритме, не берите дополнительные нагрузки, чаще делайте перерывы. Если вы создадите себе комфортные условия, ваша работоспособность будет на высоком уровне. Часть дел можно делегировать коллегам. Откажитесь от того, что вызывает негативные эмоции. Весы, у вас наступает удачный день, чтобы сдвинуть с мертвой точки сложный проект и добиться прогресса. Распределите правильно свое время и не тратьте его на пустые разговоры. Сложности в общениях с близкими людьми удастся преодолеть уже в ближайшее время. Можно заняться наведением порядка в доме. Скорпионы, вам нужно сосредоточиться на рабочих вопросах и меньше времени проводить в интернете. Сделайте усилия и решите все намеченные вопросы. Если вы будете активны и общительны, есть шанс получить выгодное предложение. В личных отношениях возможны ссоры. Стрельцы, по возможности перенесите важные решения на другое время. Найдите одно или два дела, которые больше не могут ждать, и занимайтесь только ими. Общение окажется плодотворным. Вы сможете узнать важную информацию или услышать интересную идею. Стресс снимайте физической активностью. Козероги, ваш новый день подходит для долгосрочного планирования и обсуждений. Полезно поговорить о своих задумках с начальством или влиятельными людьми. Это поможет избежать ошибок. 20 июля вы можете услышать какие-то слухи или сплетни, которые окажутся полезными. Уделите время близким и друзьям. Водолеи, направьте свою энергию в рабочее русло, займитесь сложными задачами, которые раньше вам не удавались. Общение будет трудным. Меньше разговаривайте с незнакомыми людьми, избегайте сложных тем. Также есть шанс поссориться с кем-то близким. Дорогостоящие покупки пока лучше отложить. Рыбы, настроение у вас будет быстро меняться, что не позволит принимать взвешенные решения в личных отношениях. Будьте на виду у начальства, проявляйте активность, и вашу работу, безусловно, оценят. Тренировка или физические упражнения на свежем воздухе вернут вам душевное равновесие. Всем знакам зодиака звезды советуют 20 июля быть внимательными к операциям с деньгами. Усиливается вероятность нарваться на мошенников. Звезды знают, что говорят.